Добрый день, друзья! Я вновь приветствую вас на канале Алина Резельман ТВ. Сегодня мы с вами сделаем вместе плов из семги и булгура. Булгур насыщен витаминами, особенно витаминами группы В, витамином К, Е, бета-кератином, микроэлементами, такими как фосфором, железом и селеном. Также крупа содержит ненасыщенные жирные кислоты, сахариды, зольные вещества и клетчатку. Этот рецепт не займет много времени. Для приготовления вам нужно будет максимум 45 минут. Вам понадобятся кусочки семги или лосося, которые можно обжарить на сковородке, либо запечь в духовке. Примерно займет у вас где-то 10-15 минут при температуре 200 градусов. Булгур нужно предварительно отварить. Что я делаю? Я его не довариваю. Если, например, на упаковке написано, что варить его нужно около 10 минут, отварите всего 5 минут. Также вам понадобятся овощи на гриле, либо можете вы их обжарить на воке. Я предпочитаю все это делать отдельно. Для того, чтобы нам потом закончить наш плов, вам понадобится оливковое масло. И самый главный ингредиент – это специи карри. Для финального приготовления этого блюда я использую сковородку Wok. Сначала мы насыпаем булгур и слегка его обжариваем на оливковом масле с добавлением карри. При приготовлении тщательно перемешиваем крупу. Можно добавить немножечко белого вина и куриного бульона, буквально по 2 больших столовых ложки. Это придаст побольше насыщенного вкуса этому блюду. И потом в самом конце я добавляю овощи и кусочки семги. Все это тщательно перемешиваем и держим под закрытой крышкой примерно 5 минут на слабом огне. Вот так выглядит наше финальное блюдо. Это очень диетический вариант для ужина. Приготовление занимает всего около 30-45 минут, поэтому очень рекомендую. За моими рецептами смело заходите на мой сайт, а также не пропустите новые выпуски на моем канале. Всего доброго и приятного аппетита!